А с ДПСом-то 5 произошло, как бы. Угу. Которого нет. Нервуля, он не откинулся, это уже хорошо. Тунга, бери грудак, что-то. Нафиг он не нужен. Не он с РПБшкой, перчатки. Скарчик, дыхождение по воде, быстрее, быстрее, скарчик, скарчик, дыхождение. Скарчик, не давай, не давай, ему пускай плавает. А, тут ДК нормально. Блин. Я бот врубил, утонул. Сагрили. Данич, собирай. Я помню, какие войны были за эти кольца, которые РПБ меткость. Давай, блин. А тут тоже обмен, давай. Вообще ноль воронок. Чё, пояс упал? А чё, кто ноги забрал? Аня, знаешь, я узнал, почему я у рыбака ничего не выраливаю. Знаешь почему? Ты крысу выкинул? Нет, потому что ты со мной была в пати. А, круто. Сколько ну, заправляешь? 2000. О, плащ? Я плащ за минималку. Ну, был, да, у нас такой. Вар за Что-то я такого не помню. Нет, уже такого не помню. Ну, кстати, это вы не помните, я помню. Дрит, Серёг, тебя совсем не слышно почти. Видимо, ты его просто взял и через час кикнул с гильдии. Нет, он сам шел. Он доначенный был. У него там доначенные все. Мы для него слишком слабые. Ну, против его доната, конечно. Как обычно, знаешь, доната много, мозгов мало. Осуждаю такое высказывание, кстати. Полностью согласен, пускай люди больше донатят, чтобы мы играли бесплатно. Не, ну он-то оделся немного. Там, я помню, у него триня была с КБХМ. Не, у него много чего донатного было. Ну именно да. Такие, прям героические, которые невозможно выбить. А так он, ну, оделся немного. Он, да, по-моему... Да, Дэвид, все правильно, все таки было, только он мне деньги за это не скинул. Ой, скажи, да, он мне еще должен. Он ушел в Эсгард? Эсгард. Эсгард. Это пойму только истинные, да, не? Эсгард. Может, кто макрос на ядро скинуть? Кстати, Аня, знаешь, там же есть в ладонах. Куба себе тигры сделал. Куб все, да? Там закреплено. Я на Кубу делала контракт на 500 голды, ты о чем? Фига ты. Я помню, 300 все. Правда, деньги он мне сам дал, но это не важно. Чтобы я его заказала. Последний понедельник, как говорится, живет. Не, его уже убили, кстати.
Мы с ним бегали, его сразу убили. Три раза. Ух ты, надо же. Может, еще выпадали, просто не все же лутают бомбов. Слава, спекайся. Так, ну чё, пошли. Один крест, два квадрат, три луна, четыре треугольник, пять ромб. Секу, я не могу. У меня вместо русского языка в макросе вопросики. Переведи язык Shift Alt и скопируй заново. Напиши сам. Всё, помогло, спасибо. Так, Первая фаза, получается, мы стоим. Еще раз, пятая, это какая метка? Пятая, ромбик. Так, смотрите. РД-хилы стоят в квадратике, понятно, миличники под боссом. Это для новичков объясняю. На ком кидается дебаф, выходит с рейда. То есть, например, на меня кинулся дебаф, я выхожу с рейда, чтобы не задевать рейд. Но так, чтобы доставать еще босса и бить его. То есть вы не должны убежать, просто и стоять АФК. Надеюсь, этот момент понятен. Это вся первая фаза, в принципе. Я потом повис. Не насрать. Когда у вас дебаф пропадает, вы возвращаетесь в рейд. Что касаемо второй фазы. Вот вам каждая меточка, и в каждой метке стоит по 5 человек. Ну как по 5 человек, как получится там. Данич и Войт, вы у меня на гвардах, безумно на больших, Лгаль, помогаешь замедлять ему. Значит, вот он, Веруния. Серега, старайтесь подбивать больших, ну, в приоре. Понятно, если на вашей метке зеленый, то свечивайтесь в зеленого. Значит, что касаемо зеленых. Они появляются, ну, на каждой метке, там, либо рядышком. Получается, зеленого убиваете, его лутаете через макрос. Нужно будет перекидывать своим товарищам, чтобы один человек стоял на генераторе, ему перекинули, тот человек, который возле генератора, перекинули ядро, его нажимаете, закрываете полосу одну. И так 4 раза надо закрыть. В принципе, это касаемо зеленых. Так, что касаемо третьей фазы. Третья фаза у нас будет... Сначала заливаем трэш, дается гера под этот трэш. Потом появляются есть скаты. На скатах Серега. Ладно, я, Хант и хочу домой. Вот мы троем стоим на скатах. Скаты появляются сверху, они летают и кидают лужи. Зеленых луж, понятно, мы выходим. Остальные босса бьют. И как на первой фазе будут дебаф кидаться от людей, отходить и от рейда. Паладины, не забывайте давать фридом, если оплетение будет. В принципе, все. А первая пати где? Крест? Крест. Начиная с креста, по часовой, каждая пати. А долгоного кто тут держит? Алгаль без ума. Не, Ладжек, не успеваю. Серега готов? 6 секунд, что, нет нажал? Ну, типа того. Чекните, может баф кому-то не хватает. Вар не туда вставил. Пристов. Пристов баф дайте. Енот, спасибо за помощь, но я не нуждаюсь в ней. Все готов. Отлично. Не за что.
Танки поехали. Перекивать там, если не тяжело. Улгали вышел. Если у вас не будет работать макрос, не забывайте, вы можете в инвентарь зайти и перекинуть через инвентарь. Нажимаете на ядро и на человека таргет. Не надо кидать человеку влево или вправо, нужно ближе к генератору, который человек находится. Желательно, вон, видишь, не знаю, там хочу домой по-любому не поставил. Видишь, локи поставили возле генераторов свои порталы. Это чтобы, например, если... А, хорошо. Значит, кто-то из локов не поставил. Блокдот, наверное. Блокдот поставил ты, нет? Машина. Фу, Верунин, блин, предал. Вагон. Вагон, просто чисто вагон. Кукушка. Локи топчик. Веруня вагон. Плюс. Астрали вышел. Фу, отговорки. Кого вы демоном поставили, жуть. Смотреть без смс-регистрации. Так, 4%, готовьтесь. Скоро по меткам побежим. Не забывайте, ближайшие метки сбегаются. Например, к квадрату сбегается крест и луна. Первая партия, это же крест. Первая партия, крест, все. Побежали по меткам, побежали по меткам. Чего? Ты что, там талант жмешь, что ли? Ну да, в медведя прыгаешь. Сибелла в квадрат, Сибелла в квадрат. Улада ромб. Готовимся, зеленый сейчас вылезет. Крест. Крест помогли. Квадрат. Быстро свичнулись. Не забывайте танка хилить. Вайда. У Лада не стоит ФК. Тоже хиль эй, танка мне, помогает. Мне зачем вы хилу, алло? Лартан, перекидывай. Я вот тут стою, вот. Вот это. Большого не забывайте там, кому назначил. Можно, можно под хил, пожалуйста, спасибо. Ты смотри, чтобы тебя могли доставать, потому что можешь не в зоне быть. Да, квадрат поднялся. Квадрат помогли, квадрат помогли. Есть карточку. Буксовый, ну, да. Бомба. Сатурн, не стой АФК, я вижу все. Можно я по АФК что же? Квадрат помогли. Алло, ну кто там? Ну подойдите, блин.
кстати, было. Может, так далеко не отходите. Сибелла у тебя, перекидывай. Кидай вон Локу. Прыгает он. На шкарчика. Давай, вот, Юля. Алло. Через макросик. Блин, ну макрос должен быть. Либо через инвентарь. Квадрат. Помогли? Да. Квадрат помогли. Она не пыталась скинуть, она пыталась скинуть, не типа этого не. Я рядышком. Забагалась. Через сумку скинь просто и все. Такая сумка и такая. Мясо. Кто там ближе к Ату? Сейчас я сам скажу. Поверну чего? Нет, пускай Сибелла говорит. Здорово, Вагон. Привет. Сам такой. Здорово. Зеленый луна. Ой, луна, треугольник. Один туда, вниз, быстро, один вниз. Иди, Black Dot. А, ладно. Я понял тебя. Вики. Так, один генератор остался. Хильте лучше, ребят. Все, закрыли. Трэш играем, ребята. Скиллы, я даю БР. Гера пошла. Зум, отойди от всех. Зум отошел. Захильте, ну, ребят, захиливайте. Играем по трэшу. Все сначала трэш. Потом только начинаем босса. Леджек, глыбу. Леджек, глыбу нажми. Не, Серега, подними Леджека. Тоже есть ПР сейчас. Кому интер дать? Так, Иннер Лартена можешь залить. Серега, Иннер по Селинеэль. Я себе лидом. Дайте пристабав массовый. Скилл лох. Что плюс? Так, у кого БР есть? У Войда. Давай по скиллу. Да, он все равно сдохнет. Это да. А чё? Дайте по скиллу бафы. Кстати, заметили? О, Галь вышел. Друдром, когда хилом играет, перестал умирать. Да ни хрена, он умирает по КД. На трэш постоянно дохнет. У енот проекта остался БР, если чё. Енот, тресни Никиту. А все же живы. Рагнандру, который. Тресните Рагнандру, пожалуйста. А у меня показывают, что все живые. Все, прекращаем, сейчас будет ходить и сейчас бы Рагнандру искать, Фредди. Да ладно, у нас с тобой аддоны видно. Если есть Инру кого-нибудь по скиллу, залейте. Я не залил. Леджек вышел. Либо глыбу. Козур. Ты не знаешь, из города продают типа лут с джайны? Да. И знаешь, причем одноручная пуха? Нет, я точно не скажу такое. По деньгам. Понятно, что не. Там нужно специальных РЛ договариваться. Неймер вышел.
Можешь потом ник написать? О, чтобы я знал, я через лазера покупал. Лазер, если ты меня слышишь, отзовись. Пусть лазер услышит, пусть лазер идет. Не знаю, кто тебе нужен? Возле иконки попробуй его позвать. Веруня. Тебе какой гильдии нужна? Асгарда ему нужен. Эзотерика, пиши ему. Эзотерика на русском? Да, эзотерика. Только если тебя там изнасилуют, не обижайся. Ну это ГМ их. Старатель вышел. Вернешься задний приводный. Паладином. Мне там уже заготовочка есть на паладина, кстати. Лартен вышел, его бабл нажми. И скинь бабл. Ай, да что за подстава? Две лужи подряд, еще корни. Енот ресневый, да? Это бьёшь. Да? Ну а чё потом резать тебя, что ли? До лужи две, окош один. На КБ у нас времени уже нет. Лол, ебать. Подстава вообще полная, я не понимаю, в чем прикол. Поломали шмачист. Блин, придется все-таки резать. Дай лук! Лук хочу, дай лук! Лук на ролл, ребят, на не на друида, на мейнспек надо срочно. На тру, да? На кошку, что ли? Именно. Лук хочу. Хоти. Лук гони на родину. Может резнуть. Че, любой? Так, меня интересует Элизабет Декрепифай Зевс. Да, да, здесь. Все, Элизабет. Все тут хорошо. Угу, да. А я же не в рейд, как бы. Я же в общий, в белый. А я вижу. Ах ты. Ты чё, включил белый чат? Всевидящий ёлка Сарумана. 200 ЕП за рейд получается, да? Тебе хватит? Так, а мы чё, не надо? Можете быть свободны. Ладно, все молодцы. Всех приятно было видеть. Завтра тренинга, посмотрим, как смогу зайти. Тренировочка? Да, тренировочка. Но, да, у меня 4 тренировки в неделю, поэтому... Тренировочки. Да-да-да. Так, чё тренируешь? Тебе ж сказали. Скилл очка. Оу, это что-то новое. Все, ладно, так, сейчас. Давай, не очкуй. Пока. Пока-пока. Чао-чао. Пока. Да, ничего, быстрее. Минус, короче. Тупо разводила. 10-500, да, не обмен. Разводила я бы его там, это, пишни 15. Чахнет над своими. У тебя ебами. Больше нет? Да есть. Куда у нет, мне посадка. Лети без ума. Дима, на кого тебе каска? На Эрдру?
Нет, я хотел танка собирать. Вот тебе нерду за 5, что ли, есть уже или что? Ну, может, он не хочет опять тебе нерду. Нет, а то я так как тебе анролом иду. Я понимаю. А еноту я лучше дам на мейнспек. Енот обмен. Может, ну хоть дамажить будет. Может. Ну, посмотрим. Бля, вообще... если как Main Global, то это пиздец. Не, ну у него типа это, у енота третий кусок. У него типа уже... Да вообще твин как хорошо. Бы этого полудина. Одного. У кого у енота четвертый будет или лоту? У Лада там полтора часа, но мы все. Ну что, Тунга, сколько за лук поставишь, говори. А ты кто? Я, а, я лук, я Рога. А ты Ату? Я Рога. Но я много поставлю. Ты ставь много, я чтобы сразу... Да, я не поставлю, давай как потихонечку. Чтоб сразу, да, Тунга там вообще это кропали свои.